Если он там застрял, возьми другой просто мяч. Так все. Пусть это там остается. Значит, смотрите, лук-то джудо, лук-то самбо, лук-то лигери, лук-то греко-романи, лук-то грэплинг, лук-то джиу-джитсу, муай-тай, все. Есть приветствия, есть какие-то команды. Команды лук-то джудо, дой, японский, уже поняли. Значит, хаджиме и мате. Хаджина лук ряза, мате, ну лук ряза, стоп. А самая первая команда, это ре. По команде ре мы кланяемся. То есть вы зашли сюда, вы заходя на ковер или увидев тренера, вы должны поклониться. Не надо сильно здесь кланяться, но чуть-чуть поклониться. Раз, два, уходите с ковра, вообще уходите. Вы должны подойти, поклониться и уходить. На ковре у нас так получается. Рефери, один участник, второй участник. Вот рефери, трек. Мы кланяемся, делаем два шага и становимся. Команда, хаджимы. Начинаем глупо бороться. Начинаем. Мате. Судья говорит обычно мате так. Где сидит секундомером? Секундомерист. Мате. Время останавливается. Вы поднимаетесь или вы опустили захват. Он говорит, заправиться, то есть когда кимоно, там, брюки, что-то. Вы заправляетесь, он говорит, хаджиме, может так показать, он может говорить глаза. Хаджиме, вы начинаете бороться, потом он говорит, мате, вы останавливаетесь и становитесь. Если идет команда сора мате, вот мате, маленькая команда, стоп, а сора мате, это совершенно поединок. То есть схватка закончилась. И он показывает, например, делает шаг назад и показывает, выиграл этот участник или этот. Вы кланяетесь. Можете подойти там друг другу руку пожать. Но если ты проиграл, что бежать руку жать? Если противник идет к тебе, который выиграл, ну, можно подать. А если нет, поклонился. Два шага. Поклонился, повернулся и после неведения ушел, сел, например. Вот у нас один фигур, второй, третий, четвертый. Я говорю, приготовиться. Лидер Андрей, вы встаете, и у нас обычно как готовится? Один здесь, другой там. И вот один идет по ковру, и посередине встал, и стоит. Для команды тре, кланяйте, сразу два шага, и мата нет, команда хаджимай, вы начинаете бороться. Мате, остановились. Теперь какие оценки? Нота. Нота лук-то джудо. Падение. На бок, спина, перекат. Это одна оценка вазари. Вазари может быть уну, дой, три, пат, чин, шаса, шат, рук, ногу здесь. Сколько хочешь. То есть у нас правила тоже меняются. И есть бросок ронкай, когда ты падаешь на всю спину. Раз, вот так. Когда ты пом, чистая победа. 40 мате, конец схватки. Я говорю, и пом, 40 мате. И пом, в каких случаях дают? Когда делают болевой на локтевой сустав, то есть так,
можно, да, нельзя вот выкручивать, а выпрямлять руку можно в партере, можно, когда ты на животе лежишь, можно, когда вот так стоишь. И удушающий прием. Когда берешь, ну не так, душишь. А есть кимоно. Берешь за кимоно, раз, душишь отсюда, отсюда за кимоно, отсюда за кимоно. Или душить можно ногами. Вот и что. Но когда душится ногами, то обязательно берется рука и шея. То есть как бы вот так, прижимается. Потому что если взять ногами одну шею, оно... и все, и твой друг, и нету друга. Можно еще выиграть упор, это болевой, только на локтевой сустав, то есть так нельзя, за пальцы нельзя хватать. Теперь есть замечание, ну, если ты хватаешь противника за пальцы, да, там, даже ниже, вот, то есть за пальцы, внутрь куртки засовываешь, какие-то такие вот, односторонний какой-то заодно некрасивый захват, судья останавливает и показывает односторонний захват. Шиля за пояс держишь, не дает бороться. Шиля за пальцы хватаешь. Шиля убегаешь с ковра. Шиля — это маленькая оценка. Первая шиля, вторая шиля, третья, а вот третья уже это икон. Но сначала говорит хансоку маки. То есть дисквалификация. Три шиля, хансоку маки. Иппон. Еще могут в каких случаях дать иппон, иппон. Если ты со стойки бросаешь и делаешь болевой навык сразу. То есть это может сразу поломать, да? Правильно? Бросаешь на голову. Или падаешь на голову сам. То есть у нас борцы сильные, и для того, чтобы не упасть на спину, они падают на голову, поворачиваются, падают на живот. То есть падение на живот, на бок не считается. То есть на бок вот лицом, лицом вниз, оно не считается. А если падаешь на бок лицом вверх, то есть плечо чуть-чуть раскрыто, это вазар. Когда ты падаешь на голову, чтобы не упасть на живот, сразу снимай. Вот я бросаю, ты раз на мозг падаешь. То есть в классической борьбе это разрешается, больно разрешается. Там ты голый, нельзя тебя, а у нас держишь, если ставишь на голову, травмируешь. Поэтому еще раз, броски вазари и иппон. Иппон когда? Бросаешь на спину. Раз, болевой прием на локтевой сустав, удушающий. И удержание, когда я тебя держу или ногами, или руками, держу, и ты лежишь как бы спиной к татами. 20 секунд, ну, 10 секунд. Тоже иппон. Зечи секунды, новые зечи секунды, вазари. У нас раньше немножко другие, ну и затем как вы боретесь? Боретесь, боретесь, нет цены, да, кто-то активный, кто-то активный. Я показываю. Не борются, Сергей Анатольевич, шиды. Оба не борются, показываю. Шиды, шиды. И получается, я получил три шида, кто-то два, значит, меня съели. Ну, и еще, но самое главное отличие сейчас наших, как бы, от всех других видов борьбы. Оно не очень хорошее, мне не очень нравится. Но в связи с чем это сделано? Чтобы было много бросков, чтобы... Раньше мы как боролись? Ну смотрите, есть лута либера. Борется голова внизу, попа наверху. Борьба самбо. Голова внизу, попа наверху. Греко-римская борьба. Они, не, они за ноги не берут ее. Они стоят прямо. И сейчас дзюдо запретили брать за ноги. То есть вот пояс. Если ты ниже хватаешься, цепляешь, упираешься, ставишь локоть, тебе сразу снимают, тебе делают замечание, а второй раз снимают с ковра. Почему? Чтобы ты стоял прямо. Когда ты стоишь прямо, много бросков. Ну, вы говорите, это если в боксе, да, в боксе ставят такую защиту, то вот сюда сказали, нет, руки нельзя прижимать, нужно здесь держать, ну и, конечно, больше пропускаешь. Да? Не бокс, это борьба, и броски, поэтому не так. Если бокс убрал и получил, то это очень плохо. А вот это, ну, упал на икону, упал на вазарь, может отыграться. Значит, смотрите, броски, это самое главное, броски. Ты будешь его бросать, ты его, а ты его будешь бросать. А если падать не умеешь? Валил, выставил руку, травмировал, поставил назад.
начинается с акробатики. Акробатики и страховки. Значит, ничего тяжелого нет. Вы становитесь друг за другом. Ну репеги. Делаю прямо. Кувырок растоголили на нитке. Ушел, и тогда только делает второй. Как делать? Да никаких проблем. Встали, сделали шаг, поставили ручки. Раз, ну, за колени. О, и я сделал. Раз, и обошел. И прекрасно. Хорошо, а ну попробовали. Первый, второй, третий. И главное, не спеши. Два шага назад. Делаешь шаг и на расстоянии ставишь руку. Голову сбиваешь и делаешь кувырок. И ценить жену. Стоп, ценить жену, но жену пошире. Почему? Голова может, видишь, между ног. А если так, голова в колено и сразу. Пожалуйста. И ценить жену. А и биня. Да. Готовим смену. Хорошо. Женой. Цель женой к мне. Так. Вы через стол должны вот тут прыгать. Ну, репеги. Андрей, не репеги. Цель женой. Смотри. И встать. Красиво. Толмазан Андрей, дома полно, будет от вас требовать. То есть он поставит тебе так шахты. А так поставит ноги, плечи. Вот, думал Андрей. Нет. Почему ноги? Ноги к себе. Вот. Еще разочек. Так, теперь возьмите мячик. Брысок сюда. И с мячом делаете. Кувырок с мячом. Растогли ринейки кумение. Да. Вот. Молодец. Правишь. Стоп. Сильнее толкаешься ногой. Нет, смотри. Шаг. И очень далеко мяч поставил. Мячик. Небольшое расстояние. Вот. Стоп, пловец. Мэнэ, согнуть. Почему так? Посмотри, ножки. Вот. Да. Крестики делают. Капу жжет. А ты не ставишь мяч, да, убираешься все. Когда толкаешься. Ой! Стоп. Руки. А потом кувырок. Так, стоп. Знаешь, что на асфальте, да? А ты куда? Смотри, стоишь руки здесь и голову сюда. Вот здесь. Открой лицо. Ничего. Вот. Вот, молодец. Два. Стоп, давайте еще один марш. Привет. Так, ты расскажи Вике, что ты сегодня делала, она мне расскажет. Выше толкать ногой. Смотри, ногой. Я сегодня была на учебе. Была? И вчера была. Да, сказки рассказывала. И позавчера. Да, а позавчера не была. Да, позавчера не была. Завтра. Нас не четверо, а нас 10 человек. О, стоп. Смотри, вот это уже хорошо. 10 это не 2, и не 4. Мы все знаем, что мы это 10.
так учи. Бакалавр не сдал, все с тобой учатся. Да, у тебя что за нет? Давай. О. А мне бакалавр не надо будет сдавать? Нет, еще раз. Чуть-чуть, смотри. А зачем ты учишься в Молдове? Боишь ты там, потому что. Нету там такого, я сколько я смотрел, нету какая-то высшая математика. Слушай, грузишь ты меня? Нет, да. Как? Профиль. Еще раз. Профиль, это высшая математика, а база это не высшая. Я тебя прошу. Ну, ЕГЭ, ведь по ЕГЭ всем дают одинаково, что в селе, что в городе. Нет. И если ты сдала, так ты сдала. Далеко ставить. Ну, не туда, а сюда. Так, стоп. Давай еще. Грузишь. Я смотрел в интернете. Ни одного слова. Что какая-то математика. Я мне сказал, что высшая нужна. И моя подруга могла поступать. Ты струхнула, не пошла. Да, я даже не узнавала. Вот это другое разговор. Нет, я точно знаю, это не мозги тебе запудрил, Беляна, ты свалила. Здесь тебе не надо пока сдавать, пока ты не российский граждан. Сейчас подожди. Кап. Да, оп, да, стоп. Смотри, мяч. Мария! Головой нельзя касаться, стараться не касаться. Вот так. Вот. А теперь что? А сейчас делаем, ты скажешь, три ой. Ла нотен. Ла компион. Кто компион? Итак, тебя зовут Лидия, тебя зовут Андрей. Дамян. Давай, Дамян. Так, Дамян трей. И туда назад. Так, патру. Шоссе. И он пока первый. Дамя. Сегодня получится. Три. Два. Три. Чинч. Снимай обувь. Быстро туда раздеваться. Все там встать. О, шахта. Ё-моё. Стоп. У тебя трей, да? Да. У тебя чинь. У тебя шахта. Итак, пока первый, второй, третий. Последний тут. Давай. Смотри, стоп. Ноги упал, ноги прямые. Коснулся головой, прямо на голову встал. Поэтому не могу больше совести поставить. Но, Андрюха, толкаться надо. Выпрыгивай как бы. О, стоп. Андрей туда, мы пойдем сюда. Один сюда, другой сюда. Сидите. Значит, постараться, видишь, они уже потом будут бороться, он тебя схватит вот так вот за крестик. Да, и он раз тебе и здесь вот все порвет. Поэтому как-то крестик или снимать нужно, чтобы его не было. Садись, что завтра? Просто уже завтра ты уже повторяешь себе делать. Ну покажи, как ты делаешь. Посмотрите, как он делает. Оп, видите, вот мяч. Встань еще раз. Можно на весы, пожалуйста? Еще раз. На весы можно, пожалуйста? Да. Значит, смотрите, он держит мячик у лба, да? Поэтому он как бы опирается лбом на мяч, на ламинчик. А ну-ка еще раз. Смотрите. Оп. Видите, как интересно получается. А вы попробуйте по одному разу сделать на девятый. Давай. И я пускаю, прямо еще наклоняюсь. О, видишь? Патру и шахты. Хорошо, стоп. Мечи туда. И, мальчики, берете мат. Нет, мат мы оставляем, наверное. Нет.